Всем привет! Первое видео в этом году со мной Женя. Аня. И Артур. Да, и еще две девочки, которые скоро появятся в кадре. И мы сегодня решили устроить челлендж с вот такими вот замечательными насекомыми. Да. Заказал я это все в Америке, приехала это ко мне при помощи бэйшопа, за что им огромное спасибо. Челлендж следующий. Аня села первая, она просто пришла такая, типа, я посмотрю. Есть 5 бумажек. Нужно будет выбрать одну бумажку, понять, кого ты будешь кушать первое. Что нужно сделать? Девочки, вы тоже слушаете. Нужно будет сделать 10... Как это называется? 10 нямняшек. Нямняшек. 10 нямняшек. И 30 секунд не надо будет это все запивать водой. И потом нужно рассказать, как это на вкус. После чего мы с Женей будем это все пробовать. Готовы? Нет. Другого ответа я не ожидал. А можно нам какую-то емкость? Так зачем? Вот они стоят, я вот это сделала. Понятно, мне же нужно это... Блядь! Охуительно. Мне же все это нужно вытащить. Ой, блин. А можно ведро сразу? Дайте, пожалуйста, тарелочку, вилочку, ножичек. А можно что-то... унитаз сюда? У Артура прекрасные зубы. Стоматологические компании. Обращайтесь, пожалуйста. Да. Отлично. Супер. Смотри, покажи еще раз тарелку. Это его. Да, это папа, а это дочь. А между прочим, мы сегодня находимся в замечательном месте. Это студия Вэйви. Вот такая красивая. Мини-реклама. Студия Вэйви сломал. Почему у меня начинается слюноотделение? Это такой большой? Да. Ебать. Так, давайте вот это вот невкусное. Самое невкусное. Ты как в порно сейчас сказала. О, такой большой. Уловитель этого вот. Ну что, Аня, давай, выбирай бумагу. Да. Это личинка! Ну да. Нормально. Можно мне погаднее? Давай. А можно поменять? А можно еще? Давай, бери. Что у тебя? У тебя шелкопряд. Ой, шелкопряд, мой любимый. А я так боялась. Вот смотри, вот я здесь он выглядит вот здесь вот так. На самом деле я очень боюсь всяких шелкопрядов. Если бы попался кузнечик. Хорошо, а если таракан, он не шелкопряд, а допустим катон? Я боялась, и то мне и попалось. Так что, люди, не бойтесь. Вот, держи. Ты еще не попробовала, что ты говоришь, не бойтесь? Я потом удивлюсь, если я после этого захочу еще. Ну, давай. Так, это тебе, Жека. Жека, иди сюда. Я что, шелкопряд нужен есть? Да, держи, это тебе. Ну, он, в принципе, мертвый. Ну, да. Ну, это орех. Нет, орехи у нас будут совсем скоро, поэтому подписывайтесь на канал, мы будем есть самые острые орехи в мире. После этого ролика их больше нет. Так, это орех, это хорошо, я вас тоже взял. На запах, кстати, как... А надо нюхать, да? Ты, ну на запах это вообще никак. Грецкий орех. Знаешь эти заменители хлеба? Хлебцы? Да. Заменители хлеба, хлебцы. Почему? Так, давай, Аня, ты должна первая это сделать. Не нюхай. Да? Да, давай. О, боже мой. Он жил свою жизнь. Давай, мы будем считать твои нямки. Нет, полностью все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глотай. Знаете, какой на вкус? Это как кошачий сухой корм, либо для рыбок корм. То есть вкуса абсолютно никакого нет. Я ненавижу кошачий корм. А мне нравится. Слушай, а я люблю мяу. Ты хочешь еще попробовать? Да. Только этих бери. Да перестань есть. Что ты делаешь? Все, Аня, здесь у нас еще есть люди. Вы будете пробовать, может быть? А? Жень, давай. Женя, поехали. Неплохо. 4, 5, 6, 7. Ну нет, ну не так. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну не так, шармально. Сильно считаешь, он все равно это съест. Это его канал. Ну это херня. Это вот реально. А по твоей роже видно, что херня. Это кошачий корм. Даже не кошачий, это больше вкус вот этой вот рыбкам. Сухой. Ел когда-нибудь? Рыбий корм. Давай, Жень. А ну сделай так. Ты рак. 5, 6, 7, 8, 9. Глотай. Это вкусный орех. Очень. Вкусный орешек. Да. А вот на послевкусие реально как будто орех. Так это орех. Интересно, а говно с них убрали? Да блядь. Это невкусно. Я сейчас писаю его просто. Можно нам освежить рецепторы? Тебе понравилось? Да. Женя, твои ощущения? Сейчас я запью. Фу. Нормально. Они преувеличивают. Да нормально. Ты их видишь в тарелке? Ну в тарелке это... Я скажу так. На вид отвратительно. Я дам вердикт. Я очень сильно впечатлительный человек. У меня фантазия сильно развита, к сожалению. Поэтому и вкус, субстанция...
И этот резкий запах, который появляется буквально после третьего укуса, когда слюна твоя начинает обволакивать вот этот вот шелкопряда. На в горле застряла. Шелка нет. Почему? И, к сожалению, оно еле-еле мне зашло на самом деле. И вот так вот. Что? Давайте продолжать. Аня, спасибо тебе. Аня, спасибо. Девочки, кто следующий? Шелкопряда мы уже попробовали. Встречайте Патрисию, ставьте лайки за Патрисию. Кто, кому нравится Патрисия? Патрисию, кстати, в сфере дизайна называют шелкопрядица. Четыре бумажки, выбирай. Бумажку, пока бумажку. Давай. Да бумажку выбери просто. Кто у тебя? Гусеница. Кузнечик! Сука. Я же говорила, что он Александр. Он Александр, поэтому я его... Бля, нет. Давай, давай. Нет. Нет. Смотри, какой красивый кузнечик. Смотрите, какой замечательный кузнец. Прыгай нахуй отсюда, да? Я могу ему откусить голову, и на этом, в принципе, все закончится. Это не богомол. Нет. Они как цитат, если что. Я хочу рассказать одну историю, как я однажды я пришла а домой, ты рассказывай. И на мне было насекомое, и я, короче, разнесла полдома, пока я его убила. А зачем ты его убила? Потому что я очень боюсь. Это добавка. Ты мне дал какую-то... Что? Это тоже кузнечик. Я не хочу этого делать. Так, подождите, я себе найду кузнецо. Если вдруг я после этого выпуска откину копыта и умру, то я свою кошку... Завещаешь? И завещаю Рите. Рите, хорошо. Но если Рита умрет... Свой телефон ты завещаешь? Я завещаю тоже Рите. Не, Ане, да, ей нужен телефон. Наверное, да. Лицо, здравствуйте. Ноутбук, который у тебя одержим демонами, забираю я. Изи, изи. Поехали, давай. Я хочу глаза закрыть, я не хочу этого еще. А ты помнишь, что у тебя очки прозрачные? Видишь, я себе собрал из двух. Вот голову одежду. Давай, смотри, я даже не смотрела вообще, даже до бумажки. Давай, давай. Понюхай сначала. Сейчас произойдет помазание. Аня, лучше! До такой степени неадекватно. Давай. Давай, мать, давай. Ты села уже, все, давай. А это снимается? Нет, пати, нет. Давай. Я, кстати, рассказывала недавно то, что я больше не испытываю кринж, да? Да, давай. Вот сейчас я, да. Кузнец уже умер, он ждет, пока ты его съешь. В траве сидел кузнечик. Совсем как огуречек. Представьте себе зелененький он был. Да не смотри, просто он когда-то был зелененький, мы его просто высушили. Между прочим, здесь ничего нету лишнего. Здесь только вот эти вот твари и соль. Давай, мать, давай. Духовочка. Ты представляешь, что с тобой будет, если ты съешь его? Это же трюхает, смотри. Ебать, победа будет. Ебануться, какая победа будет. Давай. Смотри, ты съешь одного кузнечика, мы с Женей жрем всех этих тварей. И хорошо, блевани на меня уже, ладно, ради бога, блядь. Я очень сильно это не люблю, как ты кузнечик. Давай я тебе помогу, открывай рот. Стой, можно я скажу последние слова? Держись за руку, давай. Нет. Давай, держись, давай. А? Ну все, ну пать, ну надо, давай. Два! Давай. Давай. Да блядь! Да давай. Просто открой рот, закрой глаза. Знаешь, как таблетки раньше пили? Ебашь и ори. Давай. Ори, жри. Да не знаешь, не сейчас ори, не холостую не ори. Жри и ори. Знаешь, как волка ноги кормит? Как это? Жрет и орет. Давай. Стой. Да не надышишься ты уже, все. А! 6, 7, 8, 9, 10, можешь глотать. Давайте еще. Вот, ты сказал? 30 секунд. Давай 30 секунд. 30 секунд, жди. Сука. Да. Это был аспирин, а теперь кузнечик. Прямо сейчас лайк от вас за такую реакцию. А теперь расскажи, как это было. Какой тебе расскажи? Есть еще один. Как это пошел было? Пошел он нахуй. А, то есть не так, как у Ани, что она начала искать еще. Нет, это не твоя вода. Это не твоя война. Если он оживет в моем организме, потом они у меня изо рта будут вот так вот выходить, знаешь как? А, личинки может быть. Сука. Он хрустит. На момент, когда ты начинаешь... Да, подожди, давай еще раз, подожди, я подам. Итак, у нас в гостях человек, который испытал на себе самое ужасное, что может происходить в этой жизни. Она съела сырую какашку. Каковы ощущения? Скажите, что произошло с вами в этот момент? Я испытала
Вы не переживайте, вы главное не переживайте. Да. Мы вам поможем. Да, у нас здесь есть. У нас здесь есть здесь главный Евгений Кузнецов. Он. Был у меня один Кузнецов. Я тоже сожрала его голову. Давай, ты как главный богомол Молдовы должна рассказать. Реально, ты же богомол. Итак. На вкус как? Очень интересно. На вкус как? Мне уже интересно. Пускай потрясает пишет. Хрустит. На момент, когда ты делаешь вот так вот зубами эти движения это для того, жевать. Чтобы да, еду перемолоть. Уже... На мозг начала действовать так. Что происходит? Это войдет в начало. Вы испытываете как... У меня слезы нахуй. Что мы испытываем? Соленая на член, слезы нахуй. Знаешь, так. Да лучше слезы на член, чем вот это. На момент, когда вы делаете эти движения... Жуете, да, вот челюстью для того, чтобы... Перемолоть его, да. Да, еду. Переживать. Вы чувствуете, как бы лапки, они так... Крылышки. Крылышки, лапки, они так... А ты вот заметь, между прочим, у них нету лапок, потому что лапки, их жрать нельзя. Что нельзя есть у кузнечика, это лапки, потому что они могут тебе поцарапать. Если ты можешь до сих пор так бояться, они все съебутся. А по вкусу как? По вкусу вкусно? На что похоже? На сухого кузнечика, скажи. Нет, я, в принципе, в целом, я согласна с Аней, что это похоже на корм рыбий, но на момент, когда ты... осознаешь, что в твоем рту находится... В траве сидел кузнечик, совсем как... В рту сидел кузнечик. Все, пиздец. В рту сидел кузнечик. Ну что, давай, поехали тогда мы же. Их надо нюхать. А пахнет так же, как и другая штука? Я только сейчас понял... Я только сейчас понял, что это корм рыбам. Блять, он как сухарики их жрет, блять. Что якут расскажешь? У нас гости из Якутии. Расскажите, пожалуйста, ваши ощущения. Смотри на его глаза. А, что, невкусно? Из юрты вышел. Это единственный якут с хорошими зубами. Короче, это намного невкуснее, чем предыдущая. Нахуя ты это сказал? А ну, делай так. Лакалут. Сколько рекламы интеграции на Лакалут. Но по вкусу это сено. Потому что он жил в траве. Ну да, это сено. А ты ел кузнечик? Ты это там, где ты живешь. Нет, до этого я ел червяков, если я ел этих муравьев, я ел, боже, коров. Я ел скорпионов, они намного вкуснее. Угу. Только ел жареных скорпионов. Пробуй. Вот как Патя правильно сказал, когда ты жуешь, это очень противно. Ты просто понимаешь то, что вот это вот отродье, блядь, адское, оно у тебя во рту расчленяется твоими зубами. Да. Давай, Жень, ням. Нахуя ты так говоришь? Ты орешек. Простой грецкий орешек, который вкусный, ароматный. Давай. Все ждут. Давай. Который сухой, он уже высох, уже все, там нет ничего больше. Нет, там ничего нету. Ты его жалеешь. Бля, я обоссался, конечно. Зачем он перевернулся? Ты же сказал, адское отродье. Давай. Бля, я посмотрел на его глаза. 3, 2, 1. Залетай. Мне кажется, у меня шелкопряд выходит. Но мне очень интересно, кто следующий. Главное, чтобы сверху, а не снизу. А то будешь ходить с веревочкой. Смотри. На самом деле, у меня сейчас состояние внутри, как пати. Да. Снаружи я очень... Прям видно. Ну, не надо же показывать, конечно. Я мужчина. Давай, ешь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это орешек. 10. Такой, сам себя такой накручивает. Орешек, да. Так, осталось 30 секунд. Можешь запивать. Пока расскажи по вкусу, как тебе. Лучше, чем первое или хуже? А, прилипло у тебя тоже, да, зубами? Че с рвотной рефлекс? Рано. 3 секунды, я считал. Твое ощущение? Евгений испытывает адскую боль за этого бедного кузнечика, который попал в его организм. Да, это больше, конечно, жалость кузнечику, чем отвратительный ебаный чипсовый, перемешанный с кормом собачьим, блядь, испорченный. Ты попробуй кузнечика? Не. Вот, на, держи. Я ее боюсь. Я реально ее боюсь. Это отлетела голова. Это для меня. Нормально.
Женя, у тебя кузнечик на губе. Ножки? Вот. Они самые вкусные. У меня есть ощущение, что его лапка где-то тут она застряла, и он вот тут в глотке в моей, он такой... Да, все, да, очень вкусно. Патя, спасибо. У нас даже свет упал, Патя, как ты дергалась. Ну нахуй. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Рита. Hello. Здравствуйте, дорогие друзья. Рита, ты смотрела, ты снимала, ты уже знаешь, выбирай. Почему не пицца, почему не суши? Это будет в следующий раз. Вот почему я залетаю именно с кузнечиков? Ну вот, Саня, я кушал пиццу, с Патей я кушал вкусняшки. А с тобой вот будем кушать этих тараканов. Все, не надо смотреть, выбирай. Залетают только малолетки и кузнечики. Так. Извините. У тебя есть эти экстрасенсорные варианты? Конечно, да, я уже медитировала сегодня, да. Давай, выбирай. Что на медитировал? Вот это хочу. Вот это давай, да, открывай. Давай, шелкопряд второй ряд, блядь. А там их... Только, пожалуйста, не достань эту пиздатую личинку, я тебя прошу. Просто там будет все жестко. Саранча! Это бумажка. Это просто бумажка. Она уже бумажку. Съешь бумажку! Нет. Не, ну саранча, это же такое нормально. Ну да, обыденное дело. Мы сейчас уже просто дальнюю родственницу саранчи съели. Да, эпидемия саранчи, знаете, вот теперь мы... Только не смотри в глаза, не смотри в глаза, не смотри в глаза. Не, аж внутри все трясется немножечко, знаете, такое. Ничего внутри не трясется, там... У меня трясется уже, вот там сзади трясется. Мне кажется, тебе надо к врачу сходить. Не бей себя по сиськам, ешь. Сиськи ниже, блядь. Вот тут у меня сиськи ниже. Ну да, собралась. Вот тут у меня сиськи ниже. Да. Я заправляю с собой. Хопа-хопа, почесал сиськи. У меня сиськи вообще в носках. Девочки, спокойно, девочки. А соски на подбородке. Ближе тебе водичку твою поближе. Она такая... Здесь у нас, между прочим, еще одна рекламная интеграция. Саранча типа? Да. Может, это саранчес. В одном источнике было написано, что это саранча, в другом источнике было написано, что это сверчок. Полевой. Давай лучше это будет сверчок полевой. А расскажите мне про полезные свойства. Мне будет так легче их есть. Знаешь, какие они полезные свойства? Да, знаешь сколько? Полезные свойства. Знаешь сколько? Пожалуйста, я буду... Нет, нихуя. Нет, должны быть полезные свойства, ребята. Я расскажу. Давай. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я... Спец по тараканам. Спец по полезным свойствам разного рода жуков и насекомых. Что у вас за вид? Вижу по глазам, видно, что это саранча. Она, да. Либо смотри, полевой сверчок. Писькой-то нет. Письковый щёр. Она не беременна, я надеюсь. Мы не убиваем какое-нибудь там поколение. То есть ты думаешь, что она сухая, а дети живые, блин? Смотри, я тебе скажу, Рит, послушай меня. Из полезных свойств, я тебе скажу честно, там белок. Да. В сухих уже нет белка. Да нет. Я буду здоровой, счастливой, вечно молодой, если я это съем. Правильно? Вот ты сейчас это съешь, и у тебя вырастет мышечная масса сразу. Здорово жить. Значит так, если ты прекрасно это все скушаешь, Да. Тебе будет полезно, хорошо и здорово. Вот, да. Мне нужно вознаграждение. Но тебе будет сложнее всех, потому что у тебя брекеты. Они цепляются за брекеты. Как на турничке. И подтягиваются такие. И спасаются жизни. И надо, блядь. Остановитесь. Слюна. И слюна такая. Зачем? Слюна, как волна, блядь. Да, слюней больше за брекеты. Что, поехали, бля? Давай. Открой рот, закрой глаза, давай. Слышал такой салфетчик сейчас, блядь? Это мелизмы были, братан, это мелизмы. Как будто ты в поле из крючки, давай. Давай, дует прохладный ветер. Ставим лайк, Рити. Не смотри на нее в глаза вообще никогда. Хоп. Давай, жуй. Раньше. Не размачивай ее, блядь. Хрусти. 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 Три. Четыре. Хруст без эль. Я не слышу хруста без эль. Пять. Семь. Есть. 8, 9, 10. Все, смотри, реакция. Ну съела только что полевого сверчка. Что, мать? Кому-то каждый день, знаешь, с утра такая навернула и пошла. Тебе вкусно? Сейчас просто с таким зовом она блеванет, прикинь. Это, ребят, вообще так нормально, блядь, очень вкусно. Глотай. Головышко. Хочешь, Тём, напишите больше вкусовых ощущений. Хочешь, ты больше съешь мой, пожалуйста. Пошла ты. Он даже... солененький. Ну, пока другие не пробовали. Ребята, хорошо. Это вкусно. Это классно. Да, мне понравилось. Это, okay. короче, вкус такой, как будто бы ты вот... А ты сегодня ела? Нет. Но... На самом деле, как будто бы это пережаренная семечка. Горькая которая? Нет, она не горькая. Она в конце дает вот таким пережаренным
Вот когда на сковородке, знаешь, жаришь, вот в конце прям... Бабушкины Но пахнет, она приятная. Да? Она окей. Ну поехали, раз она такая вкусная, давайте, такая замечательная. Ну в горле немножечко скрежет, конечно, какой-то, но нормально. Зачем ты так нюхаешь, блядь? Так это залетел кусочек за глаз. А как она пахнет? Прекрасно. Трись, двась, раз. Нормально пахнет? Мне кажется, это рыбий корм, мне кажется. Где, блядь, это вкусно? Сейчас разжуй. Да, она реально как семечко. Она как семечко? Да. 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 Да, у нее вкус как у семечки. Если, да. Если до этого была противная херня, то это хотя бы вкус семечки. Да, есть какой-то хотя бы, да. Это нихуя не сверчок. Ты, это вкуснее, чем мы пробовали до этого. Да, ну, отвечаю. Да? Да. Да. Рита даже не запила до сих Люди пор. В розовом не могут меня обмануть. Могут. Все-таки, да? Ты доверяешь людям в черном. Нет, разжуй, разжуй, вот реально, активнее, активнее жуй, и ты поймешь вкус семечки. А есть еще кузнечик. Кузнечик хочешь? Мне интересно, что за трэш там. Вот, это кузнечик? Это кузнечик? Ой, бля, вот он противный. А-а-а, было классно, да? Да. Вот сейчас нормально. Я тебя тоже боюсь. Вот ты попробуй саранчу. Пошла ты. Ну, он, конечно, противненький. Что, пробуем кузнечика? Ой, блин. Не, он отвратительно выглядит. Фу. Как тебе? Ты что-то еще жрешь? Да, она попробовала кузнечика. Вот что вкуснее, кузнечик или саранча? Вот у меня недожаренная. На, тебе можно запивать. Горько. Скажи херня полная, кузнечики. Ну. А вот саранча прикольней. Ну, очень вкусно. По сути, вкусно. Очень вкусный ужин, спасибо большое. Да. Я пью со своего бокала. Ну, саранча мне больше если понравилась. Если мы наберем Ребята, набирайте, лайков, пожалуйста. 100 тысяч лайков. 100 тысяч лайков. Под этим мы будем есть то же самое, только живое. Только живое. Гоу. Давайте, ребят, 100 тысяч лайков. Да. Пью за ваши 100 тысяч лайков. Тут, сука. 300 не набирается, а здесь 100 тысяч, блядь. Рита, спасибо тебе большое. До свидания. Ты что, блядь? Это она про мужика. Ты вообще не девочка-демон. Ну, нахуй девочка-демон, блядь. Она ест, блядь. Это она про бывшего. Итак, Жень, девочки все поели. Нам осталось две бумажки, выбирай. А нахуя выбирать, если у нас осталось всего, блядь, два? Две штуки. Так у нас осталась вот эта вот штука. Это у нас долгоносик. И у нас остался... Долгоносик вызывает поносик, блядь. Сверчок обыкновенный. Это самый маленький вот этот вот пиздюк. Давай сразу съебашим его. Не, надо выбрать, надо выбрать. Не, давай долгоносик, если вот наконец-то. Ну хорошо, давай. Уже, все. Ну все равно давай выберем. Просто посмотрим, вот, смотри, кому фартишка. Смотри, давай. Смотри, кто сегодня пойдет в казино. Вот тут долгоносик, а вот тут... Давай на камеру развернем. Ты был прав. Ну что, тогда давай начнем с этих сверчков обыкновенных. Держи. Да были же уже сверчки только что. Так нет, это были полевые. А это городские, блядь, да, что ли? Да, какие-то. Ну, короче, она называется либо саранча. СССР Медитузы. Вот такая вот херня мелкая. Это ты должен первый пробовать. Я сейчас блевану. Не надо. Я то... Ты его даже не прожевал, ты просто проглотил. И? Корм для рыб. Я и считаю, что это корм для рыб. Давай. Это на вкус как первый. Угу. Но солоноватый. И после вкуса... Блядь. Хуета. Как будто, блядь, тебе помыли посуду нахуй и не слили воду, блядь. Реально, как будто вот эти вот горькие семечки. И сколько ты воды не пей, сколько ты не сглатывай, у тебя все равно просто остается когда... вот здесь вот этот вкус. Самое ужасное, что когда вода попадает в полость рта, она размачивает вот эту хуйню и становится еще более вонючей. Я оживаю. Ну что, Женя, остались долгоносики. Их... Давай, может, девочек пригласим, которые хотят попробовать долгоносики. А их всего два. Можешь скушать моего долгоносика? Не-не-не, Женя. Ты должен. Короче, вот они, долгоносики. О, здесь самый насыщенный запах. Бля, уже большой. Чин-чин. Почему ты дал мне больше? Потому что, да. Почему? Ну, давай поменяемся. На. Взял уже? Все, давай. Блядь. Слушай, они такие здоровые. Да. Ужас. Они прям... Покажи. Батя, иди сюда. Фу, боже, ну они все похожи на сушеный, представьте, что это сушеный фрукт. Вы готовы? Нет. А я тоже. Давай.
Ешь. Серьезно? Положил в рот, сука. Ешь, блядь. Проститутка. Вот. Все, ты согласна? Нет. Давай. Нет. Я делаю тебе предложение. Ты согласна? Мне нельзя такое говорить. Смотрите, она тоже не знает. Мне нельзя такое говорить, сука, ты же знаешь. Я не сдаюсь. Бля, иди нахуй. Нельзя! Нельзя! 30 секунд, да, 30 секунд, 40 секунд. Финал. А как король лев ими питался? Вот как король лев ими питался? Они живые были. Целый лев, понимаете, вырос на них. Я плачу не от того, что это как-то не вкусно. Я плачу от того, что это животный позыв. Да я знаю. Мне сейчас пизда. Я его сдержал? Блядь, это самое противное. Так я знаю. Особенно голова. Жуй, блядь. Со мной вместе. Втроем сидим. Нет. Да я уже одного сожрал, я не съем второго, я не буду никому, никогда не советую есть вот эту вот херню. Личинка долгоносика. Женя, пожалуйста. Он долгоносик, он потому что у него долгий нос. Дайте пакет, пожалуйста. Как только ты готова, я кусаю. Ну вот, чтобы ливануть. Только нельзя выплевывать. Давай, Патрисия. Но ты первый откусываешь половину, да, а потом... Да, кидай ей в рот. Да, давай. Ништи спецэффекте. Пошел. Давай. Женя. Выходи сюда. Круто! Сука. Ты можешь взять этого кузнечика закусить, чтобы сбить вкус. Как хорошо, что их только две. Блядь, я сам делаю, сам хочу блевать. Ужасно. Почему она на самой последняя была? Почему? Почему мы не съели ее в самом начале? Охуительно. Ваши впечатления? Ну, это самое ужасное. Это самое ужасное, что мы с вами. Я чувствую помазание. Все оживает в моем организме. Халилуя! Там все умрет после этой херни. О, фу. Женя, ты тоже плачешь, да? Ну так расскажи свои эмоции. Я хочу блевать. Подожди секунду. Я тоже. Я реально борюсь с холодным блевом. Короче, ты его когда раскусываешь, если до этого они просто были кринжовые. А если до этого они были просто сухие, то это ты раскусываешь, ты мягкий. Да, и он такой мягкий, и он такой типа вязкий, и он у тебя на зубах. У него есть внутренности. Если все эти были сухие, они внутри полые, то у этого внутренности. Ты раскусываешь, и из него начинает сыпаться у тебя по всему рту вся вот эта вот херня, и это у тебя сразу вызывает рвотный рефлекс. Ребят, напомню, 100 тысяч лайков. Что для тебя сегодня было вкусно, Артур? А, вы же не подвели итоги, давай. Да, я начну с того, что мне самое больше сегодня не понравилось. Это самая последняя, личинка долгоносика. Если вам кто-то предложит ее съесть в сухом виде, никогда не пробуйте. Попробуйте лучше ее, наверное, в живом. Вот когда она живая, когда ее вот так вот надо высасывать. Может быть, это будет вкуснее. По крайней мере, люди, которые вот на Discovery Channel все это показывали, говорили, что это вкусно. Хорошо. А ты говоришь, что себе самое вкусное сегодня было? Последнее было. Там прям вкус был, знаешь. Но если брать по вкусу, то у последнего хотя бы был вкус. Все остальные, они пустые и просто походят на какие-то горькие семечки, непонятно. Да. А вот последний именно со вкусом, таким блевотным. Да. Смачного. Смачного. Если вы ели во время просмотра этого видео и вам случайно еда вышла назад, мы просим прощения. Подписывайтесь, ставьте лайки. 4 рвотных рефлекса. Это рекорд. Всем пока. До свидания. Кто первый в туалет? Вот там вот, 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 вот.